Члены Народно-демократической патриотической партии АОЛ пока не приняли точного решения об участии в президентских выборах. Этот вопрос планируется обсудить дополнительно с членами президиума Политсовета. По словам председателя партии Али Бектаева, определиться с возможным кандидатом аоловцы смогут до конца апреля. На расширенном заседании объединения отмечено, предстоящие выборы – это историческое событие для Казахстана, которое свидетельствует о том, что страна движется в правовом русле. К слову, в партию АОЛ входит около 300 тысяч человек, а ее председатель – действующий депутат Сената. Напомню, в 2015 году произошло слияние партии АОЛ с партией патриотов Казахстана. Мы сегодня полностью поддерживаем решение президента о проведении внеочередных выборов 9 июня 2019 года. Мы еще раз подтверждаем, что это отвечает всем принципам демократическим принципам, по которым мы сегодня движемся. И оно даст только положительные эмоции, положительную пользу для развития нашего государства и для сохранения всех тех позиций, которые мы сегодня достигли.